Здравствуйте! Сегодня мы совершим не совсем обычное путешествие. Мы побываем с вами в одном из прекрасных архитектурных памятников Баку, Азербайджанской государственной академической филармонии. Летний клуб построен таким образом, что фасадом он обращен на дом братьев Садыховых, а в профиль он смотрит на здание Мариинской женской гимназии, построенной меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Также здание соседствует с дворцом Дебура, работающего в бакинской конторе Ротшильда. Существует легенда, согласно которой владелец дворца упросил архитектора сделать так, чтобы с его балкона и окон летний клуб был виден как на ладони. Архитектор при создании проекта вдохновился зданием филармонии. Уже после установления советской власти в Азербайджане в этом здании стали собираться любители музыки и играть различные ансамбли и оркестры. А вот 25 мая 1936 года была создана Азербайджанская государственная филармония. После реконструкции 11 августа 1937 года решением Совета народных комиссаров Азербайджана филармонии было дано имя известного азербайджанского композитора Муслима Магомаева. В 2002 году вновь произошла реконструкция, и закончилась она через 2 года. И уже в 2004 году филармония вновь открыла свои двери. На этот раз в старинный интерьер было добавлено много новшеств. Thank you.
Ну вот и все. На этом наше путешествие по Азербайджанской государственной академической филармонии закончилось. До новых встреч!